Ребята, всем привет! С вами Ксюша и Вика. В общем, сегодня мы решили снять закупку продуктов по алфавиту от А до Я. Во-первых, нам нужно покачаться на качелях. Аккуратно. Опа. Я сделала вот такую рулеточку, как всегда. Нажимаем, нам выпадает какая-то буква, и мы выбираем продукт на эту букву. Собственно, все логично. Но есть мягкий знак, твердый знак И и так далее. Но мы на них просто не будем ничего покупать. Да. Кстати, а может делать переход хода? Это вообще топово. Переход хода будет. Если мне попадается мягкий знак, то ход переходит снова тебе, и я ничего не покупаю. Ксюша, гений. Это я хотела сказать. Ну, говори. Ксюша, гений. Так, ну что, погнали гулять по магазину? Йо. Да. Будьте внимательны, качели не закреплены. Мы первый раз приехали в этот торговый центр, это Охта Молл. Здесь просто огромная гиперлента. Смотрите, а здесь все для школы. Я знаю, что в ленте можно найти все для школьника. И канцелярию, и рюкзаки, и одежду, и аксессуары, и даже перекус в школу. Тут очень много тетрадей, все очень аккуратно разложено. Какие классные. Также есть альбомы, куча фломастеров, текстовыделителей очень много. Вот эти очень милашные, прям вообще. Это краски, гуашь, акварель, цветная бумага, это просто из детства. Пластилин, это ностальгия. Он пахнет. Детством. Я помню этот запах. Капец. Пастель, восковые мелки. Какие прикольные тетради. Английский, русский, география, общество, биология. Прикол. Я хочу такие тетради. Девочка Wednesday. С последней парты. Так, это простые ручки, простые карандаши и куча школьной одежды и обуви. Короче, в ленте можно прям классно закупиться к школе. Мне очень понравились эти персонажи, Крок и Дилли, они очень милые. Мне наклейки очень понравились. Куча штампиков, красавчик, принцесса, милашка. И брелки всякие. Авокадики, косочки. Я хочу с Сони взять вот такой вот штампик, я думаю, ей очень понравится. Кисти, я вижу крокодили, вот такие интересные. Вот еще нашли крокодили ластики. И еще вот такие классные ластики есть. Так, ребята, а это коллекция Bright Girl. Посмотрите, какой классный меховой блокнотик. А это подставка для книг или учебников. Очень классная, прям реально Bright. Так, а это что такое интересное? Давай посмотрим. Тоже подставка для канцелярии. Подставка стакан. Ну, типа как органайзер. Смотри, тут у них еще ручки вот такие есть. И очень классная ручка. Тоже типа органайзер, да, подставка для канцелярии. Очень удобно. Сюда можно, допустим, карандашики, ручки поставить, сюда линейки. Вот такие классные линейки мягкие еще есть. Это очень удобно на самом деле. Смотри, можно купить такой большой блокнот и под него как раз вот эти вот ручки. Смотри. И пенал, смотри. Все. Оно вообще все сочетается. А это travel коллекция. Очень приятный цвет. Это ручки гелевые, пиши, стирай. Вот эти скрепки очень удобные. Вот, вот эти. Так, это же давайте посмотрим. А это планер. Открой. Открываем. Вау. Блин. Эстетик. Girl. Очень эстетичный блокнот. Мне вот этот очень нравится. Пишешь русское слово или наоборот английское, а тут перевод на русский. Ну или наоборот. Короче, вообще удобно очень. И еще вот такие блокнотики есть. Зайчик, ну, когда я открою. Блин, прикольно. А, ну здесь просто блокнот в клеточку для записей. Да. Ой, какая плотная обложка, удобно так. И темные блокноты тут есть, и белые даже есть. Вот этот очень классный. Да. Эти тетради по такой низкой цене. 4 рубля и 89 копеек. Ничего себе. Обалдеть. Тут вот можно и упаковками купить отдельно. Смотри, как удобно. На малышей есть классные кофты. Посмотри, какие классные рубашки. Но мне кажется, в школу такое не делать. Какая разница, зато красиво. Да, покупаем? Давай, купим трусы. Я свои трусы в прошлый раз на катапульте, короче, потеряла. Мне трусы нужны новые. Для девочки. Я хочу трусы с динозавриками. Это для мальчиков. Также есть капроновые колготки. Вот 40, да, вот белые на 1 сентября, а вот эти повседневные. Самое приятное, что не надо бегать по разным магазинам, тратить время и наматывать километры. Потому что все есть в гиперленте. А еще у меня есть дополнительная скидка не только на канцелярию, но и на одежду и обувь. В общем, переходите в описание и забирайте ее себе. Итак, ребята, я предлагаю на букву Ш взять шины. Смотрите. Ой! Я напоролась. Микрофон, наверное, было слышно. Ле, тогда куплю лодку. А почему эхо? Каша для собак. Я предлагаю на букву Р взять розовую воду. Розовая вода. Покупаем. Вика, смотри. Можно купить перчатки боксерские и набить морду. Кому набить морду, пишем в комментариях. Она играет.
А почему кольцо Франция? Интересно. Вика, мне кажется, ли у тебя был такого же цвета, нет? Или у меня был такого цвета, похожий? У кого-то был такой пониборд, да? У меня был такой и с желтым еще. У меня три оттенка было. Так, подержи сумку мою, сейчас Ксения разыграется. Учись. Я вообще не умею играть, у меня еще и ногти. Слепая. Уе! Спорим, что два подряд забью. Я вот это хочу. Смотри. Меня круче. У меня более широкий. А как широкий крутить? Короче, это видео будет называться «Разнесли ленту 24 часа». Ой, оно сильно большое. Ладно, на руке. Оно слишком большое, ребят. Короче, знаете, какую ерунду умею? Как художественные гимнастки прям. Сейчас, если я раздолблю что-нибудь, будет круто. Короче, вот так вот крутишь обруч на руке. На руке, нет, точнее. Потом повернись. Вот так вот подкидываешь туда, он там крутится, и ловишь обратно на руку. Вообще, повернись, моя любимая. Смотри. Вот стой, делай свои дела. Смотри, сейчас будет видео, как из ТикТока. Ой, что? Любимый подарил цветок. Это я, на самом деле, подарила. Нет, дай вот так, как надо, как настоящий принц отдай. Ксюша, ты выйдешь за меня? Ты выйдешь за меня? Короче, я предлагаю не только продуктами закупаться, а в принципе всем, что здесь я есть. Я вот это возьму. Я возьму вот это, можно? Как это убрать отсюда? О, смотри, я знаю, что такую штуку, если запыльну, типа она обратно вернется. Но я пулять не умею, потому она попадет кому-нибудь в глаз. Бумеранг. Надеюсь, тебе. Не понял. Ребята, смотрите, это как, знаете, мем, который, где машина вот так вот танцует. Моя машина, моя малышечка, тачечка. Погнали, я первая, окей? Или ты первая? Давай, рулетку, ты первая. О, у меня буква Ж. Я покупаю жвачку. Что еще есть на Ж? Промолчу. Жвачка, жвачка, жвачка. Ксюш, купи жир. Свиной жир. Нет, я куплю жвачку, это самое топовое. Так, вот жвачки, вот такие мы нашли. Какую берем? Самая вкусная, просто мята, вот такая. Ты какую любишь? Мне все равно жвачку нельзя. Выбирай любую. Давай вот эту баблгам, она вкуснее вообще-то. Буква. Мягкий знак, значит, ход переходит мне, и ты ничего не покупаешь. Мне это очень нравится. Мне кажется, она обнаглела. Надеюсь, тебе выпадет сейчас какой-нибудь «ы», и ты купишь себе «рыс». «Рыс». Типа «ы». Так, я кручу, давай сильно покрутим. И попадается мне буква «Л». Короче, можно взять лимон, можно взять лайм, можно берем лапшу. Это, правда, называется спагетти, но неважно, это лапша. Кладем в корзину лапшу. Лапша 66. Лапша 66. Лапша 66. Давай лапша. Крутить. Я хочу крутить. Вот сейчас знаю, меняю мою визу, сейчас у меня выйдет какая-нибудь. Мягкий знак. Мягкий знак. И Вики попалась буква Ф. Что можно не купить? Фундук. Фундук. Это, по-моему, единственное, что можно купить. Финики. Финики, фу. Давайте купим, у нас папа любит финики. Поехали за финики. О, давай. Ну просто что еще на букву Ф можно взять? Все. Ф, вторник. А можно фрукты. Я тебе фингал подарю? Можно фрукты можно купить. Фрукты. Давай фрукты. Или фрукты, или финики, выбирай. Фрукты. Фрукты, идем за фруктами. Причем мне... Смотри, как она едет, корзина, говорю. А, корзина, мне послушала, как козлина. Фестиваль. Так, какие фрукты ты хочешь взять? Мы нашли арбуз астраханский, ребята. А что он помятый? Внутри арбуз без полосок. Нам нужен астраханский, самый вкусный. Нам нужен без полосок. Они маленькие, смотри, какие даже. Фэй, я покупаю фестиваль арбуз. Ча-ча, раз, два, три. Фундук, уже на букву Ф что-то нашли, ребята. Опять берем фундук. Теперь я, и мне попадается. Твердый знак. С. Это надо нам будет потом купить. Смотрите, это масло грецкого ореха, тыквенное масло, арахисовое масло. Это же гениально. Кокосовое масло. Ой, я сбила. Горчичное. Фу. Так, мы ищем сыр. Сыр к холодильникам, да, нам нужно идти? Нужно взять мороженое с соленой карамелью. Либо сыр. Сыр не могу найти, ребят. Что делать? Целая гора сыра. Здесь и здесь целое дело. Три холодильника. Так, я, во-первых, хочу взять пармезан и хочу взять сыр бри. Так, берем вот такой сыр камамбер. А вот я вижу сыр берем. Итак, два вот таких сыра на букву С. А где мой пармезан, интересно мне знать. И теперь крутит Вика. Okay. Какой сыр.
Так, сейчас покажу вам. Я покупаю. Надо было взять вот этот сыр, мы бы точно выиграли этот челлендж, ребят. Офигеть! Я не могу его понять. Офигеть! Ребята, это трэш такие. Очень тяжело, сейчас вам скажу. Вика, тихо. 7908 килограмм это весь. Почему сыр называется мудрая коза? Погнали, милашки. Милашки. Подсолнух купи. Нет, подсолнух. Подсолнечное масло. Папирос. Нет. Папирос. Мне интересно. Папоротник, я видела папоротник. Так, купи. Пармезан. О, пармезан здесь. Ну, неинтересно, да, еще раз сыр покупать? Так, идем за персиками обычными, не маринованными. Это нам опять фруктом. Пельмени. Пельмени. Какие? Временно сказали. Так, берем сибирские пельмени. Ой. Вот, черные. Какие есть домашние, есть элитные. Элитные пельмени. Я надеюсь, пока они до дома доедут, они не растают. Так, П я удалила, и теперь крутит Вика. Ой. А-а-о-а. С. Я куплю цаплю уже, отстань. Купи цыпленка. Цыпленка. Цукини. Цукини. С. Я покупаю центральный цирк. Центральный? Я покупаю цыгана. Ребята. Можно взять вот такой фундук, смотри. Фундук. Воровка. Семечки. Тыквенные. Блин. Килограмм за 5 рублей. Дешево. О, макадамия. Топ. Цукаты берем. Есть персик. Есть имбирь. Ой, помнишь, это ты хотела персик? Давай вот это. Цукаты, дыня. Берем. Давай. Это очень вкусно. Лимонная корка. Давай вот это возьмем. Ты любишь? Нет. А мне нельзя, наверное, да? Давай лучше лимонную корку. Или что, вот это лучше? Дыня там. Ну все, ладно, пойдет. Крути, я уже удалила букву С. Так, крутим, и мне попадается буква К. Качели. На К можно купить и кефир, и коньки. Тут есть коньки, интересно. Кастрюля. Можно купить крышку. Я не хочу крышку. Кабачок. Нет, кабачок не надо. Давай себе в интернете забьем. Кабачок можно купить, какао. Давай так. Какао. Капибару. Я покупаю капибару. Кальмар. Капибар. Нет. Фу. В итоге мы берем коктейль молочный. Такой мы стендик нашли, очень классный. Да. О, маленький. Вот как тяжело. Ты чего? Бери большой. Зачем большой? Мы его где пить будем? Чтобы я в такси описывалась. Я кручу. Я люблю обычно все накручивать, особенно себя. Поэтому я накрутила сегодня волосы. О, орехи я не хочу. Орехи, о, олимпийскую медаль. Хочу. Орео. Орео можно взять. Тебе нельзя, давай что-то, что можно тебе. Ничего о, нельзя. Огонь, давай купим огонь. Огурец можно купить. Оливки. Оливки это топ, ты любишь? Я нет. Тебе взять? Ну, смотри сама. Америку. О, Америка. Покупаю Америка. Обжарка, облепиха, овес, овечье молоко. Овощи, окрошка, что-то. Орехи, оладьи, облепиха, окунь. Покупаем окуня. Короче, я предлагаю взять овсяную кашу, потому что у нас она закончилась. Давай. Ребята, мы пришли в отдел с кашами, и здесь берем овсянку. Нашли только такую, остальные с добавками. Ой, корзину. Прическу модную делаем, ребята, оценим в комментариях. Модно? Стильно, нет. Модно. Ну-ка, да тихо. Модно, модно, давай удалим. Так, я кручу. А ты удалила? Да, букву О мы удалили. Ксения гений. Буква У. Улитку. Утюг. Удлинитель. Угря купи. Уголь. Будем жарить шашлык с тобой. Так, на На балконе сегодня. Уксус и улун. Давайте возьмем чай улун. Привет всем из Узбекистана. Вот есть уба. Уба. Ну нам ува не надо. Я нашла улун, который я обожаю. Вот он, мелкий улун. Улун, через две О. Так, Ника крутит колесо фортуны. Попадается буква Э. Тут единственный вариант эскимо, Эрл Грей, эспрессо. Смотри, Эрл Грей, черный чай. Можно даже не заморачиваться, прямо тут стою. Я беру его. Теперь я кручу. Смотри, чай, индийский чай.
индийского чая, так нет. Мне попадается буква Ч, чай. Мы опять берем чай. Возьми вот я предлагаю индийский чай. В общем, чай я нашла вот такой, посмотрите. 24 пакетика. В принципе, мне кажется, это тот же самый, который я люблю. Чая много не бывает. Берем? Да. Давай еще чокопай возьмем. Вот я его тут вижу как раз таки. Раз, два. Кладем в корзину. Получилось три продукта. Два чокопая и чай. Крутим, крутим, вертим, вертим. И получаем... Сейчас опять какая-то фигня. Букву А. Арбуз. Арбуз астраханский. Он на меня прям смотрит. Какой звук? Это, по-моему, глухой. Делаю вид, что шарю за арбузы. Знаешь, как сравнить пустоту? Вот. Здесь пустой звук. Нет. Ай! У тебя такой же, значит, это пустой. 215 рублей. Чего так мало? Потому что 4 килограмма. Давай тяжелее, пошли. Ре. Лучше бы В было. Бери рис для плова. Вот этот, мне кажется, хороший. Лазер или гигант? Берем рис басмати. Пойдем в корзину. Этот рис мне муж купил. Так, короче, крутим, слушаем. Прям сильно раскручиваем, вообще чтобы крутить. Мне опять какая-нибудь фигня сама прям выпала. Сюда. Две грибы. Горох. Грибы, горох. Короче, пошли за грушей. Я как раз таки давно не ела. Возьми тележку. Сейчас я выберу самые лучшие. А, наверное, вот эти, которые красные. Ну, бери, которые помягче, наверное, да? Но зачем мягче? Короче, бери. Нет, просто. Вот эту, короче, берем. Так, мы взяли 4 груши, номер на весах 12. Мы купили грушу форель, ура! Так, листаем дальше. Давайте я кручу теперь. Пока Вики нет, она не узнает, какая у меня буква. Если у меня буква Е, я перекручу. Вика, мне попалась буква, знаешь, какая? Буква Х. Детка, детка. Мой хрен. Есть? Это мое любимое слово, ребят. Можно купить либо хрен, либо хумус. Либо хумус. Где мой хумус? А, хумус. Магазин реально большой, я просто не знаю, где что находится, а так бы я реально купила хумус. Ты кстати, удалила? Да, на букву П можно было купить подгузники, вот там видно. Я кручу. Пожалуйста, пусть буква В выпадет, перекрути еще раз. Ладно. И рис. И рис, инжир, и буклин. Так, еще есть изюм, икра. Ну, больше ничего не нашла. И... О, хумус. Ничего себе. Какой хумус берем? Хлеб берем и хумус берем, мы все берем. Где наш? Наш, где? Смотрите, какой хумус. Классический. Все, кладем в корзину. Такой мы еще не пробовали. Возьмем инжир. Где ты его видишь? Вот. Короче, искали ириски, а в итоге взяли инжир. В общем, это инжир в бело-темной шоколадной глазури. Как думаешь, вкусно? Думаю, да. Так, кручу. Короче, верчу, запутать хочу, попадается буква М. Я покупаю... А, ладно, можно купить Мерси. Молоко, Мерси, Макдональдс. Манго. Манго. Мармелад. Масло. Давайте купим то масло, которое я хотела купить в бутылочках. Сейчас выберем самое крутое. Вика, не отставай. Я хочу взять тыквенное 100%. Тыквенное самое вкусное, наверное, да? Ну, вообще, самое полезное, наверное, не тыквенное. А какое? Я хочу тыквенное. Ксюша молится на букву В. Потому что я безумно хочу пить. Попадается буква Ю, покупаем Юлу. Юпитер. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги. Пишите идеи на букву Ю, но, разумеется, кроме Юлы и кроме Юпи, потому что Юпи тут нет. Это 100%. Сначала нужно удалить букву Ю, потому что буква Ю мне, буква Ю на букву Ю. Мне тоже буква Ю на букву Ю. И крутим дальше рулетку. Буква Д. Да почему не В? Д. Давай купим деньги. Дурака. Можно купить деньги. Пусть выпадет. А Б не выпадало еще? Б? Б нет. Пусть у меня выпадет Б. Мне Б. Я куплю себе без Z. Так, где Д? Дудка. Какая тебе дудка? Дудка, деньги. Дуденыши. О, смотрите. Д лис. Мягкая карамель с солью. Как это вкусно, ну жалко. Я как раз хотела что-то с карамелью. Да. Это, кстати, обычное. Чай. Мне кажется, солью вкуснее. Да, давай солью. Блин, почему нельзя это? Я хочу букву В, ребят. Я хочу воды. Кто крутит? Я. Ты. Я. Кручу. Буква З. Зебру, блин, куплю себе. Надо покупить. Злаковый напиток. Злаковое печенье
Зелень можно купить. Зеленый горох. Перец, зеленый чай. Давайте купим зеленый чай. У нас уже так много чая. У нас черный чай, зеленого нету. Давай возьмем зубную пасту, а то мы все съедобное что-то покупаем. Бежим, мне нравится эта идея. Давай купим зонт, Ксюш. Нет, нужно купить зубную пасту. Это заранее на букву В, мы покупаем воду. Вик, ты согласна? It's okay. Дай мне тоже купить. Сколько мне воды влазит? Пошли. Да. Покупаем. Почему гель для душа, томат и свекла? Томат и свекла. Вот! Земляника! Есть мороженое, есть груша. Подожди, не бери. Давай возьмем. Есть клубника, жвачка. Давай возьмем с вишней, пожалуйста. Нет! Вкус леденца, смотри. Я хочу. Давай возьмем с вишней. Давай возьмем с леденцом, либо волшебное мороженое. Ладно, бери с вишней. Мне Ксюша уступила. Это вот сюда вставим? Куда? Ну это вишня! От меня жутко воняет этим гелем для душа. Дай понюхаю. Фу! Как этим мыться можно вообще? Ксюша, ты как понюхай. Будто бы, помнишь, мы снимали? Помнишь, мы снимали видеоролик, где сейчас ты свеклой обмазалась? Вот тебе так же сейчас пахнет. А ты пудрой. Или наоборот? Наоборот, наверное. Да я не помню. Ноунейма. Ноунейм. Давай ноутбук купим новый мне. Да. Так, берем зубную нить, выбираем с мятой, как всегда, по классике. Еще с клубничкой, апельсин и корица и лайм. Вот, возьми себе Nivea Men. Я мэн. Я лучше возьму нить. Ну ладно. Да. Кто сказал, что мужчины не плачут? Шер. Шина. Я хотела себе взять шину. Можно? Спасибо. Пошли за шину. Скидка с 27 июля по 30 сентября. Скидка до 35% на всю летнюю стекловую жидкость. Ты вообще больная! Она мне раздавилась! Вставай! У тебя мультивикон, нет? С первыми лучами вставай! У тебя последние уже лучи начинаются, давай! Мы что взяли-то? У нас буква L была, мы с лодкой пошли! Нет, мы за шедшая шина! Бери шариковую! Вот хороший, да? Давайте каждого цвета возьмем. Такие крутецкие ручки. Какой еще родственник? У нас нет. Все взяли. Еще оранжевый нет. Все, супер, кладем в корзину. Взяли ручки. Буква ще. Какое разнообразие. Пошли за рыбой. Ще. Блин, реально щуку покупать. Я лучше ход напишу, серьезно. Ну, можно еще было шавель взять, но я не знаю, где он. А ты что сделала-то? Букв было меньше. Нет. А. Чем мне брать? Йогурт, йод? Йогурт. Мне йогурты нельзя. Я просто не пью. Возьмем для твоего папы. Супер, берем. Вика даже с карамелью йогурт не хочет. Я не ем йогурты. Ты что, отстань? Ну капец. Да. Так, надо взять папе йогурт. Вот такой с клубникой. Вот такой хватит. Ну а еще вот такой возьмем. Папа, хватит. Папа, хватит. Ну, давай, это последний, это новый. Это надо папе взять. Груша в карамели с пломбиром. О, звучит вкусно. Да. Тыква. Мы взяли тыквенное масло. Тульский праздник. Какой праздник из пряник? Давай тульский пряник. Тульский пряник я где-то видела, но я забыла, где-то там. Короче, мы нашли тесто. Берем тесто. Папа как раз пирожки хотел, но вот сам себе и сделает. Из теста. Бэ, давайте возьмем безе, я просто единственное, безе. Что подумала на бэ. Баран, давайте возьмем барана, пожалуйста, можно уже? Какое красивое! Банановое молоко давай возьмем. Но оно вот здесь было. Капуста. Банановое молоко. Смотри, латте, банан, карамель будешь? Так а если мне не понравится? Значит, выплюнешь, все, в чем вопрос? Осталось совсем немножко, я кручу, и мне попадает буква Е. Ебой! Если брать ёршик, это будет ершик. А у нас еще есть йод, это на ё мы потом что будем брать? Ежевика, давайте возьмем ежевику. Ежевику, я, кстати, где-то видела. Было, помнишь, мы проходили эти крыломалины, там, по-моему, ежевика была рядом. Пачки, а, вот. Потеряла. Ежевика.
выращена в Подмосковье. Берем. Твердый знак. Пропускаем. Осталось две буквы. В. Я уверена, что оно будет последним. В. Вода. Но у нас вода куплена, мы можем ничего не брать, по идее, да? На. Mm-hmm. И у нас остается я. Мне интересно, что упадется, я или не я. Кстати, я последний буква алфавита, типа. Я, и у нас я последняя. Берем яблоки в пакете. Целый пакет яблок. Кладем в корзину. Идем на кассу. Ура, оплатим нашу корзину. Нашу воду, которую мы уже почти всю купили. Ксюша, оболтус. Ребята, мы весь челлендж проржали. Время 12 часов ночи. 12:07. Сейчас нас выгонят, ребята. Всем пока. Короче, мы еле как дотащили эти пакеты до дома. Кстати, не надо думать, что мы вот вам там показали, а на деле мы еще не купили все, что было в этой тележке. Мы купили. Господи, я думала, мы это не дотащим. Особенно вот этот пакет с арбузом. Вон, Моня его оценила. Он очень тяжелый. Пипец, сейчас надо будет это все разбирать, потому что что-то надо в холодильник. А время, кстати, почти 1:30 ночи. Ксюша вся заплаканная, потому что мы сейчас ехали в такси, и нам было настолько смешно, что мы просто ревели от смеха. Ребята, всем пока, а мы будем спать. Все, я с Моникой буду спать.